Звук распространяется от одного места к другому не мгновенно. Для этого ему требуется некоторое время. Понаблюдайте с удаленного расстояния за человеком, который работает топором. И вы заметите, что сначала мы видим сам удар, и только потом до нас доносится его звук. Чтобы измерить скорость звука в воздухе, пойдем утром на тихий пляж и отмерим дистанцию в 200 метров. Мы запишем на видеокамеру удар ложками на ближнем конце дистанции, а вслед за ним удар доской о доску на дальнем конце дистанции. Итак, проделаем опыт. А теперь обработаем полученные результаты. Вот кадр с ударом ложками, а вот кадр со вторым ударом досками. Мы подсчитали, что один удар отстоит от другого на 52 кадра. Камера снимает 30 кадров в секунду, значит, между ударами прошла 1,73 секунды. А вот звуковая дорожка. Вот на ней звук от удара ложками, а вот звук от удара досками. Второй звук пришел через 2,33 секунды после первого. Почему же интервалы времени между кадрами с двумя ударами и между моментами прихода звука от этих ударов не одинаковы? Дело в том, что от дальнего конца дистанции звук шел дольше, чем от ближнего. Звук запаздывает на 0,6 секунды. Чтобы найти скорость звука, расстояние в 200 метров поделим на время 0,6 секунды. Мы получаем скорость 333 метра в секунду. Точные измерения показывают, что при температуре 25 градусов Цельсия скорость звука составляет 346 метров в секунду. Так что наш экспериментальный результат можно считать достаточно точным. Расстояние в 1 километр звук проходит за 3 секунды. Значит, за минуту он проходит 20 километров, а за час в 60 раз больше – 1200 километров. Это полезно запомнить. Скорость звука в воздухе составляет 1200 километров в час. Пассажирские самолеты летают обычно со скоростью 800 километров в час, меньше скорости звука. А сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью более чем в два раза превышающей скорость звука. Мы слышим гром после молнии, а не одновременно с ней, потому что свет от вспышки доходит до наших глаз почти мгновенно, а звук гораздо медленнее. Засекая время от вспышки до удара грома, можно определить, как далеко от нас удар. Если прошло 3 секунды, значит молния ударила в километре от нас. Кстати, а почему молния вспыхивает очень быстро, а гром приходит к нам долгими раскатами? Молния – это длинная электрическая искра, которая проскакивает между облаком и землей или между двумя облаками. Сначала звук приходит к нам от самой близкой точки молнии, а потом от более и более удаленных точек.